3-летний ребенок погиб при пожаре в поселке Спасское Устюженского района. Трагедия произошла в субботу днем. Загорелась квартира в двухэтажном кирпичном доме. В момент происшествия в помещении находились мать и ребенок. Причиной возгорания стала игра со спичками. С опасными предметами баловался мальчик. В результате пожара мать и ребенок отравились угарным газом. Женщину удалось спасти. Семья состояла на учете как неблагополучная. Сейчас все обстоятельства гибели устанавливают следователи. Женщина погибла в результате ДТП в Тотемском районе. Авария произошла в субботу в деревне Малая Поповская. 22-летний водитель на «Мерседесе» не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на встречную полосу движения. Автолюбитель сбил 46-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. Пешеход скончалась на месте происшествия. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Дети катались на льдине на реке Шексне. Четверых подростков заметили череповецкие спасатели в ходе патрулирования водоема. Мальчиков эвакуировали и доставили на берег. Житель республики Коми пытался скрыться от вологодского наряда ДПС. Инспекторы обратили внимание на автомобиль Volkswagen Jetta. Водитель нарушал правила. Автолюбитель проигнорировал требования об остановке, устроил погоню. В процессе создавал реальную угрозу для других участников дорожного движения. В итоге на трассе Москва-Архангельск полицейские блокировали дорогу. Нарушитель остановился. Как выяснилось, им оказался 26-летний пьяный житель республики Коми. Теперь ему предстоит ответить за содеянное. ГИБДД Череповца разыскивает очевидцев аварии. ДТП произошло 13 марта в 22:00 на улице Ленина. Водитель на автомобиле Audi A6 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Затем машину вынесло на автобусную остановку, где автомобиль врезался в дерево, а затем в двух пешеходов. Всем, кто располагает какой-либо информацией, позвонить по телефону 67 12 92.